Всем привет! Меня зовут Аня, и в этом видео я бы хотела показать вам рецепт домашних конфет. Два варианта, причем готовятся они очень просто, всего три ингредиента. Первым делом нам понадобится по 150 грамм белого шоколада и черного шоколада. Вы можете взять молочный, можете взять черный, горький, как вам больше нравится. Сюда мы добавляем пол банки сгущенного молока. Точно так же поступаем со второй миской. Теперь все это надо растопить, обе миски. Вы можете сделать это на водяной бане, конечно же. Я очень люблю делать это в микроволновке, но нужно очень аккуратно обращаться. Обе смеси я растопила. Теперь мы добавим начинку. Шоколадный, темным шоколадом, я добавляю грецкие орехи. Примерно полстакана рубленые грецкие орехи, довольно грубо. А в белый шоколад я добавляю печенье Орео. Если вы любите другое печенье, которое может сочетаться с белым шоколадом, можете добавить. То же самое касается орехов. Если вы любите другие орехи или хотите сделать ассорти, например, кашью или арахис, вы можете все это сделать и поэкспериментировать. Все тщательно перемешиваем до однородности. После того, как обе смеси готовы, мы их перемещаем в форму. У меня две круглые формы, они одноразовые. Если у вас есть квадратные, прямоугольные, вы лучше берите их, потому что потом будет легче разрезать. Перемещаем содержимое формы. Обе смеси отправляем в холодильник примерно на 2 часа для застывания. Ну что, попробуем? Знаете, получилось очень вкусно. Темный шоколад, сгущенка так его приятно оттеняет. Если вы будете использовать молочный шоколад, то будет несколько слаще. Орехи очень удачно вписываются в настоящие конфеты. Также можете нарезать их на квадратики. Мне кажется, будет это даже удачнее. В любом случае, это подойдет к праздничному столу, как батончики домашнего приготовления. Очень вкусное блюдо получилось. Я попробовала темные, белые несколько труднее застывали. Я их порезала, попробовала, они тоже очень-очень вкусные, удачные. Очень советую вам приготовить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Я вас всех очень-очень люблю, желаю вам хорошего дня. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!